Нигерия обеспечила себе выход на ЧМ в Россию. Сборная Нигерии стала первой африканской сборной, участником ЧМ. Сборная Нигерии первой среди африканских команд завоевала путевку в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России. Нигерийцы в пятом туре отбора минимально обыграли своего главного преследователя сборную Замбии. На 73-й краткой минуте отличился Алекс Ивоби. Нигерийцы набрали 13 очков в 5 матчах и за тур до конца отбора гарантировали себе первое место в группе, выводящей команду на Мундиаль. Ранее в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России, вышли команды Бразилии, Ирана, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, Мексики, Бельгии, Германии, Англии и Испании. По материалам сайта newsgro.com.